Всем привет, друзья! С вами снова Макс. Внезапное включение, так сказать. У нас в прошлой серии прервалась запись по техническим неполадкам. У нас тут произошло ЧП на кухне. Ну, это не важно. Вот, что у нас получилось с пиццей, вот вы видите. Так, я нарезал уже, наклал, дорезал. Ну, это уже будет для вас холодная порция. Сейчас будем дегустировать. Пойдемте за мной. Я пришел после футбола, так что вы даже не представляете, насколько сильно я голодный. Только в душ сходил, успел, и все, хочу уже кушать. Ну, я медлить не буду, буду сразу дегустировать, потом расскажу. Это самое вкусное, что я пробовал в своей жизни. Пицца своими руками. Как вы знаете, я очень люблю снимать, как я делаю пиццы. Все готовлю там. Ну, эта пицца самая вкусная из всех. Ладно, всем пока, друзья. Я буду кушать.